Здрасте. Здравствуйте. Ксения, меня зовут Дмитрий Григорьев, я из представительства МИД. Прибыл я вас знаю. Прибыл к тебе с очень важной задачей от моего руководителя, от министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, передать тебе подарок. Желаю тебе счастливого наступающего Нового года. Спасибо. У тебя успехи в учебе были, здоровье не подводил, чтобы все было хорошо. Нравится? Да. Я предлагаю, надо попробовать его. Ну как? Ксения, это на память для тебя табличка о том, что это подарок от Сергея Викторовича Лаврова и личный автограф министра. Слушай музыку с удовольствием. Все. Thank you.